Сформированный над Британскими островами 13 ноября 2017 года циклон Нума, другое название Эвридика, обрушился проливными дождями на греческий остров Сими, затопив большую его часть, что привело к повреждению зданий, отключению электроэнергии и нарушению работы водоснабжения. Сильные ливни, принесенные циклоном, вызвали наводнение в префектуре Западная Аттика. Города Мандра, Мегара, Магула и Неопирамос ушли под воду. В некоторых местах уровень воды достиг 2 метров. Продвигаясь вглубь страны, Эвридика принесла паводки на остров Керкера и Центральную Македонию. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Сегодня человечество вошло в эпоху глобальных климатических перемен, и проблему изменения климата уже нельзя рассматривать как исключительно научную. Это комплексная междисциплинарная проблема, охватывающая социальные, экономические, экологические аспекты.